Вот приделал к аккумулятору. Камере такой еще добавочный аккумулятор. Чтобы больше держала камера батарейка. Теперь как бы нечего что сниматься. Так поснимаю разные вещи. Вот такой творческий беспорядок, как говорится. Ну вот, вот этот мультиметр, который тока не мерит, но в какой-то степени это хорошо, что он тока не мерит, потому что нечаянно не сделаешь, чтоб на ток наставишь, потом подключишь там, где напряжение будет короткое замыкание, он перегорит. Так этой возможности уже нет его таким способом спалить. Ну, как я раньше говорил, ну, вот эта крышка, так она мне, наверное, больше мешает, чем помогает. Она постоянно болтается. Может, при транспортировке и хорошо, то, что его можно тут сложить, и эти наконечники, но так-то постоянно пользоваться она мешает. Так все более-менее нормально, что только емкость не очень точно мерил, как уже раньше говорил в своих обзорах. И частоту он более высокую частоту лучше мерит, а низкую частоту он больше наводок ловит и иногда неправильно показывает. Ну, как я говорил, тут большой плюс, что у него там две АА батарейки, я старые положил там, и они вот еще работают. Еще не показывает, что у него по батарейке седает. Вот этот пип-пип-пип тоже меня раздражает. Вот включаю. Зачем два раза пикать? Один раз бы пикнул и все. А то эти два раза это не раздражает. Вот. На другое значение. Но это может и хорошо, что пикает. Тут только вот при старте, что на два раза пикает, это не раздражает. Ну, так как тут батарейки 2А, они очень большие тут. Если саморазряда не будет происходить, то они там, может, 100 лет будут держать. Учитывая их емкость. И их полно выкидывает всяких там, даже если будет 1,3 вольта на них, то думаю, они все равно нормально будут работать, там можно немножко подзарядить, даже не подзаряжаемые, и они там долго будут работать. Вот тут вот батарейка, она такая маленькая, и потом, если ее она просядет, она хотя тоже пока не просела, это хорошо. Вон, он не пикает, чтобы батарейка экономилась. Это, можно сказать, хорошо. Но он не так раздражает. Это пиканье слишком громкое. Вот тут миллиамперы мерят. Можно нечаянно настроить миллиамперы. Потом подключить где-то и короткое замыкание будет там сгореть. Вот, но там есть предохранитель, хорошо, то если что, так тоже не так уж страшно, не так уж и страшно.
емкость он более точно мерит. У него Real Delta есть, который сбрасывает емкость с этих проводов. Он точнее мерит. Этот аккумулятор, который к камере прикручен, пока еще там особо не заряжал. На нем там было 3,9 вольт, кажется. А на этом вот 4,1, который внутри был. Вот он лучше мерит частоту на низких частотах, а на высоких уже иногда не мерит. Слишком слабые сигналы на низких. А то помехи отфильтровывает хорошо. Это специально, наверное, так сделали, потому что на низких частотах более практично где-то что-то померить, а высокие мало кто-то мерит, поэтому там за мегагерцы там особо никто не мерит. Там уже, например, на 3 мегагерц этот уже не мерит, а тот мерит. Если слабый сигнал. Полегче тоже, это плюс. У него может немножко провода качественные более, тем более длинные. Что более длинные, это не знаю, или плюс, или минус. Ну, габариты тоже там полегче, что-то хорошо. Но я постоянно как бы боюсь, что у него батарейка просядет, поэтому я стараюсь больше тем мерить. Если что, там-то не страшно заменить легко батарейку, а тут потом... Дорого будет стоить, там 3 каких евро может. Ну, хотя если она вот так долго держит уже, то тогда может и не страшно, что там машина, если 2 евро каких будет. Но зато не такой тяжелый он. И у него может не так легче, не так оторвутся провода, если он где-то падает, будет провода зацепиться. Думал, что он быстро разрядится, он очень долго держит, видимо, может как калькулятор. Калькулятор тоже может на батарейке или часы на батарейке очень там годами держать. Так и он может так само, а так как он еще не включается, всегда так вообще может долго очень держать. Вот когда-то я покупал этот индуктор. Я думал, что тем больше ширина вот этих витков, вот тем больше как бы энергия может как-то там из среды будет там в катушку входить. Это где-то 4 года назад я его покупал. Потом скрутить не мог, его там сплющило по-всякому. Ну, там кусок вроде бы отломался уже. В общем, много заплатил за него. Его почти не использую. В общем, как оказалось, это все не то. Вот у меня сгорел этот блок питания. Раньше я его для паяльника использовал, но у него нестабильное напряжение. Там выходное, там, видимо, нет автопары для обратной связи. У меня еще другой, кажется, индуктор есть. Я там по такому одному человеку делал, там повторял. Он там с таким индуктором я еще прикупил. Думал, ну может это как бы надо пожертвовать денег, чтобы получилось. Но казалось, ошибся. Это как бы надежда была. Вдруг, в общем, он самозапитой не показывал, он там как-то все так вроде бы объяснил, что у него там сея как и свободная энергия, сверхъединица есть, я из его слов понял. Поэтому мне казалось, может это легкий шанс повторить, получить все. Но если самозапита нет, я теперь понял, что он что-то там не так написал, не так выразился.
Или я не так понял, что-то у него там не было никакой сверхъединицы, нигде там, может, чего-то не учел, там написал там только сколько высокочастотная часть потребляет, а не написал, что там еще проходит от низкочастотной части энергии, может, этих параметров он не написал от низкочастотной части, поэтому казалось, что там все так хорошо, что малое потребление, а на самом деле там была недоговоренность. Ну и он самозапитание никогда не показывал и не говорил, что его есть. Ну так, если человек, то нет самозапит, тогда такой рок получился, что и не надо особо надеяться, что у него там есть сверхъединица. Потому что если было бы сверхъединица, то там самозапит не проблема сделать. Не может сделать самозапит, значит, там и нет сверхъединиц. Часто что-то не договаривает, либо чего-то не учитывает. Такие радио накупил. Вот карточек читатель. Это лежат без дела у меня эти MP3 MP3 проигрыватель. В общем, нужно было бы пришли эти C3842 микросхему, можно было бы там приступить этот мой самодельный блок питания чинить, который на братоходовом принципе работает. Вот мне приходится всегда в камеру смотреть, или батарейка не разряжает, пока показывает, что полная. Она когда выключается, она никаких ни звуков не выдает, ничего. Просто не знаешь, или снимаешь, или не снимаешь. Иногда забалтываюсь, она, оказывается, уже давно не снимает. Просто экран потухает. Вот этот 24 вольт 5 ампер, он на самом даже теле выдает 24 вольта 10 ампер, вот этот блок питания. То есть 240 ватт, но может он на долгое время не отдаст 240 ватт. Поэтому может он перегорит, защиты в нем может и нет, поэтому я считаю это минусом с ним, сколько пожег уже вот транзисторов. Может бы на моем блоке питания они бы и не сожгли, а на этом он очень большой ток может отдать, 10 ампер я, как я мерил, может быть и там до 15 или еще больше выдает на кратковременно. У него так защита сделана не очень нехорошо, я бы сказал. И тогда сгорают у меня детали, поэтому я хочу перейти на свой блок питания. У меня там при 5 ампер, если начинает выше ток повышаться, начинает напряжение падать, это уже транзистором не так грозит сгоранию. На том блоки я как-то не горели транзисторы, на этом горят и горят. Так что слишком хороший как бы сделали. Словно для других может это и хорошо, для меня так это не хорошо. Даже хорошо, когда ровно в 5 ампер, чтобы он бы отключался, было бы хорошо. Пусть меньше ток держит, но зато не будут гореть транзисторы. Чтобы защита уже срабатывала на 5 ампер четко. Ну, могла бы на 6 ампер. В какой-то мере мне и хорошо, что можно где-то до 8 ампер. Мне иногда надо такого, чтобы 8 ампер было. Ну вот.
Вот, чтобы при 8 ампер бы срабатывала четко защита, и все бы не доходило там до 10 ампер. Тогда, может быть, еще некоторые транзисторы могли бы спастись. Так, поснимаю всякие лишние пространства, пока все равно буду тестировать, сколько протянет эта камера. Тут я вывел от аккумулятора два проводика, плюс и минус, и подключил вот на этот аккумулятор. Там внутри стоял аккумулятор 220 мАч, 3,7 вольт. Я подключил 3,7 вольт, и там 700 мАч. Но это, наверное, тоже... Это, наверное, он уже подеградирован, там уже, наверное, 700 нет. И я не подключил, тут есть вверху контроллер еще у этого аккумулятора, но я его не отключил. Это может как-то немножко ухудшить его емкость, но я не знаю, не хотел рисковать, что может там внутри контроллера нет, тогда он... Может, там в самой батарейке тоже контроллер есть, тогда эта батарейка без контроллера останется, и она может перезарядиться. Этот контроллер, он тут вон наверху батарейки стоит. Он спасает от короткого замыкания батарейку, от слишком большого разряда, тогда перестает выдавать она на приток, и от слишком большого перезаряда спасает контроллер. Это в каждой батарейке. Такое. Если это двойной контроллер, там уже как бы подается от контроллера на контроллер, ну, наверное, ничего страшного не будет, может, немножко меньше будет заряжаться, и все, меньше разряжаться, это может даже и лучше будет, дольше циклов может иметь. Я думаю, может, не сработает, когда два контроллер, но пока вот 17 минут снимаю, и показывает, что полная батарейка. Раньше у меня только 22 минуты снимало, когда я тестировал несколько дней назад. Вот куча всяких лампочек, деталей приобрел. Как бы уже устал я вот от всего этого, от всех этих экспериментов. Ничего так легко не получается, как бы. Это горшки я теперь матываю, вот другой горшок, который намотан вместе два провода. И каждый по-своему свою теорию рассказывает. Которые получили самозапит. Один так, другой говорит, другой так. Третий так, так. Получается, если все они по-разному говорят, значит, либо кто-то из них прав, либо все они неправы. Сколько вот с этими башнями еще повозился, там тоже и пускал и пачки, и мисс пачек. И ничего не получается. Никакого влияния нет трансформатора Тесла. Не знаю, может, там вообще как-то от микросхемы, от наводок на микросхему все работает. Получается, этот наводка на микросхему, она начинает как-то там работать ненормально, и тогда получается эффект. Если не будет наводок, а я эти наводки, может, хорошо отфильтровал, тогда нет наводок. Тогда непонятно, что надо сделать. Непонятно, какой там глюк, может его там трудно поймать, какие условия нужно создать, чтобы
получилась эта генерация из глюка микросхемы. Так вслепую делать. Я подозреваю, что те, которые рассказывают, они уверены, что они правильно понимают, но они очень далеки от понимания настоящей сути. Они там как-то у них там все не так работает, но они объясняют так, как они понимают. И вот это путает, потому что начинаю делать, как они говорят, и ничего не получается. У них там может совсем по-другому что-то у них получается. Они там на этих глюках делают, там знают какие-то там особые детальки там поставят, какие-то, которые в схему там особо не вносятся, как-то там проводы положат по-другому, возьмут чего-то, и чтоб наводки наводились, и у них там наводится все хорошо, и получается. Они думают что-то о других. Других там всяких, сказать, о других взаимодействий происходит эта прибавка. На самом деле там не все не так, как они представляют. Уже 22 минуты, показывает, что батарейка полная. Раньше был уже бы 22:50, там сколько, или 40, уже выключилась у меня камера. Ну я предусмотрел вот эти, там у нее есть такое, она вкладется в такое оболочку, которую я раньше показывал, чтобы она, чтобы влаги не пропускала и воды. Но теперь из этой камеры она не влезет, поэтому я предусмотрел, чтобы если понадобится очень, так можно эти проводики отпаять от этой батарейки, она тогда, вероятно, поместится за этими проводиками уже в ту оболочку. Можно будет снимать где-то на морозе, там где-то в условиях экстремальных. Вот камера сама выключилась на 23 минуты, она не то что батарейка села, но просто она снимает, там уже 4 гигабайта набирается, и тут файловая система FAT32, и она больше 4 гигабайтов не может потянуть, поэтому она на 23 минуты выключилась, закончила снимать. Но на самом деле пишет в инструкции, что она должна 29 минут снимать. У меня она раньше 29 минут и снимала, а теперь почему-то снимает 23 минуты. Это я не понял, что такое случилось, это после, когда после фотографии или после плохих видео на низшем качестве, когда я снимал, думал, что больше минут у меня влезло, но тогда она тоже на 23 минуты кончила и начинает такую ерунду творить уже на 23 минуте теперь постоянно. Вроде бы 4 гигабайта набирается. Странно.
У меня тут карточка памяти 32 гигабайт. Вообще тут, может, и нехорошо, что она снимает в AVI формате, и он очень много места занимает. Если, например, это видео загрузить на YouTube и потом его скачать, он начинает занимать там, кажется, 450 мегабайт. 10 раз меньше. Но там, конечно, и качество хуже. Там, когда если быстро что-то движется, там она очень сильно качество ухудшает, якобы. Все равно человечек не заметен глазом это быстрое движение, потом поэтому можно все слить. Вот иногда явно бывает заметно. Если хорошие кадры, кадры не размазаны, нормально снимает, успевает каждый кадр четко сфотографировать, это больше на солнце ярком. Но это даже на ярком солнце эта камера все равно, если очень быстро двигается, видна разлитость. Если бы не была видна разлитость, тогда бы позволяло бы каждый кадр на паузу нажать и посмотреть, увидеть, какая там была картинка. Было бы хорошо. Так, когда ухудшает качество, то уже будет нехорошее качество, и уже не можно будет увидеть четкую картинку. Вообще-то лучше камеру покупать, которая 50 или 60 FPS снимает. Там она должна не снимать разлито очень, и лучше снимать в темноте должна. Потому что они не будут хотеть, чтобы в темноте она так позорилась, там слито снимала. Тем более, когда 50 кадров захочешь раскадровать, ну так как бы замедлить видео, чтобы показать, там будет все слито. Наверное, это и дороже будет стоить. Правда, потом такое видео загружать где-то нужно много гигабайт. У меня на одном диске, там тоже FAT32 система, и там напросто нельзя соединять видео и потом их сохранять, потому что они не сохраняются, там только 4 гигабайта можно максимум сохранить. Тогда приходится на диск, где Windows записано, там где-то мало места, там я и так поудалял, там где-то 16 гигабайт или сколько-то места, и там если длинное видео снять, потом уже проблематично, там этих 16 гигабайт может не хватить. Я видео соединяю с программой VideoMux, она как есть, она оригинал так и соединяет, поэтому она оставляет оригинальное качество, и она, и с ней можно вырезать ненужные места. Но на Windows Media Player, может, она и иногда там как-то глючит, но на VLC Player она все хорошо играет. Когда на YouTube загружаешь, тоже все хорошо соединено, нет никаких там ошибок. Вот уже 5 снимаю, 5 минут. Вот это что 23 минуты снимает, это тоже серьезный недостаток. Думаю, если сделать эту карточку FAT3, то есть NTFS систему сделать на ней, то просто камера не распознает ее, не распознаст. А может, там уже так запрограммировано, чтобы она 23 там минуты снимала или сколько. Может, потом попробую на всякий случай сделать NTFS-систему, чтобы дольше видео снимались. Это тоже, даже не предупреждать, что закончилось снимать, нужно каждый раз на время смотреть.
Хоть бы как-то заморгало, но лучше был бы звуковой сигнал. Нет никакого сигнала тут. Чтоб как можно дешевее все было. И как видно, в темноте она так из таких точек снимает. В общем, камера некачественна, столько у нее всяких браков, фотографирует вообще очень нехорошее качество ее фотографий. Сколько она там, 32 евро стоила. Лучше было бы какую-нибудь другую купить, там где даже с экраном, там за 40 евро, 44, может, 10 евро. Там, может быть, и дольше снимала, и как-то все получше было. Так она в темноте очень, ну, не очень, но из точек снимает. В общем, может, то плюс, что она очень маленькая. Вот когда я аккумулятор взял, то может теперь более-менее смогу снимать. А то я постоянно подзаряжал. Она разряжался очень быстро уже аккумулятор. Вот я в Ютубе посмотрел, как это нужно с этим аккумулятором обращаться. От мобильных телефонов, что там есть контроллер, как там все разобрался и тогда припаял. Приделал этот аккумулятор дополнительный, все равно немножко побаиваюсь, чтобы он не взорвался. Может, я там от перегрева, чтобы там как-то попортилась микросхема, когда поехал, хотя вроде бы не должно. Что показать. Программу как-то открыть. Вот нужно где перекопировать программу в программу, порядок навести в своем компьютере, то потом и ссылку дать на него. И привязать файл к этим вот эта пуш-пула схема.
Вот иногда очень нехорошо, что не видно, что снимает. И нужно вот через увеличительное стекло. Что? Не буду показывать. Кое-что попробую с ней сделать. А тут ничего нельзя в этой программе. Редактировать вроде бы. Только можно посмотреть файлы. Ладно, прикрой авторство, автора фамилии, может он не хочет, чтобы он знал. Кто это автор? Чтоб ему проблем не наделать. Прикрыть. Вот так. Не видно авторство. Вот Пушпул Универс. Пушпул Универсал. Что тут можно прокомментировать? Ну тут генератор, скважность, частота. Да, все обычная схема. Тут что такое? Что за это? Это на Tesla идет, чтобы было в пачках. Так, это что такое, не понял. И это джампер, что ли, какой-то? А это плюс вот на телке, наверное, идет. Или минус. Не, плюс вот этот должен быть. Это непонятно, что это за штука. Это вот минус, первая ножка. Потом это тоже, наверное, на минус. Вот это на плюс идет. Что тут такое? Это что? Это минус, это. Ладно, тут непонятно, что такое. Так, вот тут две выходят ножки на драйвер. Вот одна ножка идет, потом идет на 1 кОм резистор, на 2 кОм резистор. И 1 кОм идет на минус, а 1 кОм идет на минус, а 2 идет на драйвер. И между... Так. А, и вот один и конденсатор какой-то, 100 нанофарад. Тут плюс, между плюсом и тут минус, минус конденсатор. Ну, это нормально. Тут косяков нет. И 2,2 кОм на драйвера одного.
И тут, чтобы меньше помех было, еще один килоом на минус. И на втором, также на втором выходе канале тоже на минус один килоом. И потом вот через 4 килоом идет на Теслу на управление. Ну и тут тоже вроде бы что-то на Теслу. Тут два, что не знаю, что это такое. Перемычка какая-то. Может, это какую выбирать из плечей, чтобы синхронизировалось. Где Тесла била или в одну половинку, или в другую. Ну, тут все нормально. Тут нет этих ненормальностей. А тут у драйвера плюс и минус. Вот тут идут вот от драйвера даже. Идет через резистор и обратно идет, чтобы для очень быстрого закрытия. 2 ома, запятая 2 резистора. И вот это на плечи транзистора. А посередине минус идет. Ну и на транзистор. Вот он. Тут 24 вольта идет. Вот тут плюс. Тут стабилизатор напряжений после дросселя. Тут. Ну, тут все нормально. Ну, вроде бы такая нормальная схема. Тут вот эти диоды говорит, что тут человек, который собирал, понимал, что делает, потому что вот эти диоды, они что более быстро закрывались, транзисторы. Мы уже 17 минут снимали, все показывает, что полная батарейка. Тут вроде бы нормальная схема, но тут я не смогу уже много говорить, потому что сейчас выключится быстро. Нужно найти другие файлы. Это не то. Это очень сложное. Вот такая схема. Это черт ногу сломает. Ладно, чтобы мне не напрягаться, может, я выключу пока. А то потом каждую минуту придется подсматривать. Вот опять снимаю. Немножко кнопка не так нажалась.
Вот эту съемку покажу. Авторство прикрыл, чтобы ему проблем не создать. Вот у меня нет этого принтера. Лазерного. Поэтому, может, у кого есть, может, он кто-то сделает, кто делает, у кого-то не получается никак. Вот в этой схеме ему так будет легче собрать, чем мне на дырках собирать. Тем более на дырках там могут совсем разные емкости быть и совсем другие эффекты получиться. А, ну да. Все равно. Он тут же не сможет отпечатать. Ну, может обратиться ко мне, я перешлю ему, если он делает. Только вот автор говорил, что тут все как бы правильно, что все у него работает. Вот тут очевидный косяк виден. Вот от стабилизатора напряжения LM708-05. Вот плюс. И он тут говорит, что тут короткое замыкание. От этого черточка. Что он тут раньше дроссель был, он вроде бы тут поставил, коротко замкнул. Вроде бы так лучше или что-то такое. И вот, плюс идет, и вот тут плюс. Ну, идет вот на килоом резистор, и вот на базу идет. Вот на базу транзистора. Это минус. Ну, все нормально, ну так... Плюс идет уже вот так, уже отсюда. Плюс идет, тут идет плюс. И уже идет вот тут вот плюс, на базу. Так зачем этот транзистор так нужен? Он все равно идет тут и на базу идет. Если этот транзистор, допустим, замыкает плюс на минус, вот, так он же плюс вот эту микросхему замыкает на минус, короткое замыкание. Так этот уже вот стабилизатор как-то уже начинает... Коротит, но может он и работает, стабилизатор может не может отдать большой ток. Так, посмотрим. Вот это минус. Ну да, стабилизатор вот питается от 2,2 Ом резистора. Вообще-то. И потом еще 12 вольт стабилизатор от 2 Ом резистора питается. И тут 2 Ома. Так, вообще-то, когда закорачивает, если этот транзистор вообще закорачивает, тогда он просто плюс через этот 2 Ом резистор закорачивает и на минус. Так как частота высокая, может импульс, так может быть и не сгорает транзистор. На калькуляторе посчитай, какой ток будет, если 2 Ома резистор на минус закоротить. Так, 5 вольт делить на 2,2 Ома. Получается 2,27 ампер кратковременно течет по резистору и по стабилизатору.
LN7805, какую он может частоту выдать. Это может потом посмотрим. То есть какой ток. Ну может им в импульсе он и может отдать такой ток. Я не знаю. Смотрим, LN7805. Какой максимальный ток? Или может просто проседает его напряжение, он отключается. Вот output current up to 1 ампер тут написано. Ну а тут 2,7, сколько там, 2,27 ампер получится. Ну, может, кратковременно он и может отдать столько. Вот пик курент 2,2 ампера. Ну, вот. Ну, вообще-то, получается, кратковременно может и выдает. И тогда, может, и проседает вот этот 12. Тоже выключается немножко. Ну, как бы проседает и пуш-пул. Там тогда все меняется. И всякие там рыбки может отсюда получается, потому что вот тут тоже 2,2 Ома, и тут, как говорил, тогда когда проседает этот стабилизатор, тогда может частота телки там понижается, и отсюда получаются рыбки. Так, дальше. Вот тут D882 транзистор. Это NPN транзистор. У него не переключил на русскую клавиатуру, то есть на английский. Если бы там был бы PNP транзистор, тогда я бы как бы понял смысл. А там, когда NPN, тогда непонятен смысл. Вот это пишет NPN Medium Power Transistor. Вот тут третий — это эмиттер. Второй — это коллектор. И первый — база. Вот. Вот тут, допустим, либо тут, значит, база, либо тут база. Это получается коллектор средний. Но коллектор вот тут стоит на минусе. Никогда так не ставят коллектор на минус. Ставят либо коллектор на плюс, либо коллектор на какую-то катушку, либо на резистор. А эмиттер всегда ставят... Ну, эмиттер либо на минус ставят, либо там на затвор транзистора, например, на коллектор, чтоб на минусе стоял. У NPN транзистора это никогда такого не бывает. И вот как он тут может работать, если тут таким стоит. Вот у него эмиттер стоит на плюсе, коллектор стоит на минусе, и тут его база подается. Тут видно, что база вот от этой микросхемы идет через 2 ома резистор. Тут вон на базу, тут 1 кОм, тут его должна база быть. Ну и что, его коллектор-то на минусе стоит, как он будет там что-то делать? Вот уже вторая ошибка.
Вот дальше смотрим. Вот тут идут от тылки, от одного плеча, от второго плеча идет вот через 3 килоома резистор. Потом на конденсатор идет. От конденсатора на минус идет. Потом идет еще 4,7 килоома резистор на такую платку маленькую такой островик, потом от этого островика диод идет и тоже на то самое на этот драйвер. Так тоже никто так не делает, это тоже такая вещь сделана. Это я это от незнания электротехники, я бы сказал. Нигде такого в интернете, нигде такого не найдешь. Это только тут, на этой плате так сделано. Такого управления никто так не делает. И вот эти конденсаторы 2,2 нанофарада, они между минусом и между вот входом в драйверы, они заряжаются, это тоже так никто не делает. Это может они хотели как-то от помехи избавиться, но они начинают действовать как какие-то паразитные емкости. Начинаю тоже всякие эффекты создавать. Там всякие рыбки легче получаются с ними. Но это никто так не делает. Это вот этот такой, что кто-то вот так прокололся и такую схему придумал. Может, у него там что-то и получилось на основе этих вот ошибок, сказать, ну, или незнание, как делать схему нормально. Вот и на втором плече тоже то самое, между минусом и входом в драйвер 2,2 нанофарада конденсатор, потом зачем-то этот вот диод и вот один 3 килоома идет прямо на драйвера вход, а второй идет через резистор 4,7 килоома через диод. Ну и зачем это так надо, непонятно. Ну вот тут 2,2 ома резистор, это можно сказать хорошо, тут можно даже 10 ом поставить резистор, все равно там токов таких больших нет, чтобы там просадка большая была. Вот, может, как-то и работает эта схема, но вообще этот транзистор должен не работать. Он вообще должен то самое, что вот этой микросхемы нет, она тут лишняя по идее. Просто тут большие буквы, тут можно, наверное, без увеличительного стекла снимать. Вот просто вот это вот этот транзистор и эта вот вся схемка не работает, так как тут транзистор неправильно включен. И что вот тут вот идет вот через 2 ома резистора, вот этот 74HC00, потом тут идет, ну допустим, проходит через диод, потом на минус проходит. Да, диод тут вообще странно как включен. Так он же просто пойдет на минус, а не на базу. А, но диод имеет падение напряжения. Тогда да, пойдет на базу. Ну, так как транзистор не будет работать, так как вот коллектор на минусе. Ну, я, может, проверю для интереса, что будет, если вот таким образом подключить транзистор и на него базу подать плюс. И или минус, и как он будет, или будет он что-то пропускать или нет. Если вот на митер подать плюс его, тут вот видно же, от плюса выходит плюс напрямо на митер.
тут вот какую-то нагрузку можно маленькую включить, лампочку или что, или резистор. Тут посадить коллектор на минус. И на базу подать вот плюс, либо минус подавать. То плюс, то минус подавать. Хотя вот тут минус и так подан на базу через 1,5 кОм резистор. И тут вот иногда плюс подается. Когда плюс подается, по-моему, вот это вообще коротить никак не будет, никак работать не будет. Может быть, сама микросхема как-то будет наводки наводить там своим звенением как-то. Она-то все-таки работать будет, потому что у нее все тут нормально сделано. Вот идет джампер, от какой стороны как бы бить. Ну, в общем, мне трудно слова подбирать. Вот идет от телки от выхода, потом вот через джампер идет тут, и вот идет потом через 4,7 кОм резистор идет тут, тут вход у нее, потом от входа на минус тоже, ну, чтобы делитель создать. Ну, она тут и работает, получает сигнал, и потом как бы выдает вот тут плюс. По идее, она тут все ничего выдавать не будет, и там может как-то наводки идут тут и проходит, может через тут и тут на пушпу попадает, но не знаю, сомнительно, как бы, по идее тут не очень они там должны подходить, доходить, да. Ну там, ну может как-то доходит, но сомнительно. Так, батарея показывает, что полная. Вот они на самом деле не батарея, батарея это из несколько аккумуляторов сделана, если один аккумулятор. Называется просто аккумулятор или как там. Так что вот по логике вот можно сказать, что вот этой всей микросхемы вот всей части нет, и этой всей части нет, и просто плюс от стабилизатора напряжения 5 вольт и от вот конденсатора тут еще параллель стоит идет. Да, как он разрядит конденсатор, тут же бешеный ток пойдет. Вот он будет разряжать конденсатор, если, допустим, тут зарядился конденсатор, потом этот транзистор открылся, и он импульсом как бы коротит это все на минус. Вот этот плюс коротит на минус, он бы сам бы сгорел, как бы, этот транзистор. Потому что там большой ток будет, но он понятно, что имеет какое-то там падение напряжения. Ну, может там легкий какой-то такой просадку сделает. И немножечко катер как бы притормозит. Но это как бы очень ничтожно должно получиться. Вот уже 19 минут подходит. Так что, по идее, качер постоянно вот этот плюс получает, вот тут плюс получает, идет потом через резистор плюс, и вот тут на базе плюс стоит, и уже он все работает постоянно. Потом вот тут вот качер, база качера написана, вот входит на транзистор на базу, ну и тут он постоянно нормально работает. А тут индуктор идет через диод. Вот это может важная вещь. Вот на коллектор идет через диод. Ну тут автор говорил, что можно и обычные транзисторы ставить. Обычные транзисторы выше КПД имеют. Я это заметил, они меньше греются. У них меньше потерь на переключение, у них более резкие фронты. Полевых транзисторов. Вот этот HER 308 диод, вот это интересно. Вообще я-то не ставил этого диода. Ну и вот тут 24 50 вольт идет на плюс. Вот тут плюс ходит, видимо, и вот тут на плюс идет индуктор.
И тут вот плюс и минус. Вот такая интересная. Ну, по идее, этот диод ничего не должен менять, что его есть, что его нет. Это без разницы должно быть. Как бы там многие говорят, что он что-то там отрубает. Ничего там, по-моему, не должен отрубать. Кажется, пробовал, все так само работает. Только еще падение на диоде создается, и дополнительно еще и диод греется. Там где-то может на таком диоде 1,7 вольта падения создается. На нагрев еще диод. Сейчас камера быстро должна выключиться, посмотрим уже. Ну а теперь будем проверять, или в таком режиме вот транзистор будет работать. На коллектор подам и минус. Вот тут коллектор. Будет минус. База у него по даташиту. Вот тут база. Первый. Вот этот база у него. Тут будем подавать. Через резистор нужно какой-то. Вот 500 тонн резистор, хотя вроде бы много. Нужно 2 кило. Вот что это такое. Резистор. Ом. Не в том разделе лежал. А, ну да, 2,1 килоомми. А, да, нет, там 225 ом, так это тут. Тут надо вот этот посмотрим. Тут 5К1, значит 5,1 кило. Эти 2 килоома, ну все нормально. Так, тут база будет, ну пусть это может будет плюс, я тут плюс подам. Вот тут плюс. Тут минус, а тут нагрузка какая-то. Так. На митере нагрузка будет идти от плюса
А вот, может, в чем тут проявляется суть. Вот от базы идет, вот через диод потом идет, может, через транзистор. Попадает на микросхемы, и от микросхемы может потом попадает через емкости на пушпулу, может таким образом как-то на пушпулу воздействует. Тут все как-то вот работает не так, как задумано в этой схеме. Я уже говорил тут. Полно. Того, что тут неправильно сделано. Ладно, вот 500 Ом резистор будет на минусе. Мы тут подадим плюс. Так как тут идет плюс, и потом, когда на базу подойдем, или на базу подойдем, когда плюс, или закоротите, хоть это тоже очень уж круто, так очень резистор, вот 2,2 Ома, и он на микросхеме, то 5 вольт, и прямо идет на базу. Это же очень сильный ток на базу пойдет. Он либо микросхема не выдаст такой ток, вот это, либо резистор, либо, то есть, база сгорит этого транзистора. Вот посчитать можно, какой тут ток пойдет. Ну, допустим, на базе... А, ну да, база до 5 вольт может вроде бы выдержать, поэтому база не... ничего не станет. Ну, 4 вольт, 1 вольт как бы на базе будет. Допустим, так 4 делить на 2,2 Ома будет 1,8 ампер. А какой этого транзистора базы ток по base current 1 ампер. Вот тут уже перебор. Но эта микросхема 74HC00, она не сможет такой ток отдать попросту. Поэтому там не пойдет такой ток. У меня где-то, наверное, эти есть микросхемы. Нет. А какая она максимальная? Может дать... Нужно сохранить это... страницу. Посмотреть, какой ток. Output current, вот. Вроде бы 25 миллиампер. Максимальный ток. А супли курент 50 миллиампер максимальный. Так она что? Она точно такой ток не даст. Поэтому там, конечно, просадка будет. Вот еще я... Показал, в чем еще вот один косяк, что тут резистор тут явно подобран как-то не очень. Ну, может, я этого не знаю, может, тут и нормально. Потому что, может, она сама ограничит ток, и все нормально будет. И она не испортится. Но тут тоже может быть, что это тоже неправильно, потому что такой микросхемой, таким резистором в базу ставить. Ну, тут все... работает неправильно, все подключено тут не так, как должно быть, поэтому тут
Ладно. Теперь буду подключать. Вот тут гир замерял. Вот гранату мотал. Все равно индуктивность слишком маленькая получилась. Около 150 микрогенри. Должно получиться 180. Мерил длину провода линейка где-то 37,5 метров. Это и вот съемные катушки шестифиляра. Да. Видимо, я слишком длинную намотал. Нужно, короче, чтоб ничего. Или, может, вот тут нужно было сдвинуть вот так вот, а не так. Почему такая у нее малая индуктивность получилась? Так, вот буду смотреть на резисторе падение напряжения, и поэтому будет видно, ли он пропускает или нет. Если не будет падения напряжения, значит, он ничего не пропускает. Если будет какое-то напряжение на резисторе показывать, значит, все работает. Так, плюс подаем, только там 5 вольт подавалось, а тут у меня 15 вольт. Ну, для лучшего эффекта, может, так лучше будет. Лучше видно. Вот, плюс подаю на... Как там? Я неправильно. Там коллектор на минусе стоит. У меня тут, ну, тут надо минус подавать. А плюс вот надо подавать вот тут и вот на этот. Ну, это попроще сделать надо. Вот так, например. И... Моей рукой это неудобно. Вот тут подается плюс, тут подается минус. Так, сказал бедняк. Теперь будем смотреть, или на резисторе какое-нибудь падение напряжения есть. Вот на этом 500-ом резисторе, на этом зеленом. Если не будет, значит, транзистор ничего, он там не работает, не открывает. Смотри, это 14 вольт. Так, 14 вольт идет. Ну, вообще-то, правильно, идет плюс, и там 14 вольт становится. А, то есть вот на базе, значит, вот идет, вот тут на базе идет плюс, тут идет, пошел плюс, тут он пошел тоже на эмиттер, но тут как бы ничего не значит, ему до лампочки. Тут идет плюс вот через резистор 4 кОм, и вот на базе появляется плюс. А теперь подам на базу минус. Вот.
я просто, или все равно там будет 14 или нет. Вот. Минус идет тут вот эти на эту базу, значит. Так. А тут, так как тут подается вот то минус, то плюс подается. Так, допустим, теперь подался минус. Так, на базу минус. Тут на базу идет 5 кОм плюс. Теперь на базу минус. Его нужно выбрать, этот 5 кОм. И подать минус. Ну, можно и ничего не подавать, то самое. Ну, может, через резистор. Тут так еще спалить. Сгорит, можно. Ну, давай сперва ничего не подавать не буду. Или будет на... Вот, цепляю плюс тут. Идет на эмиттер. И от минуса я теперь... Или будет... Падение напряжения. О, 8 вольт. Странно. Ну, действительно, он по-другому как-то работает. Когда у него... Вот, 8 вольт на нем. Да это уже не 15, как тот раз вот, на питании. Пятнадцать вольт на питании, а на резисторе 8 вольт. Это может 5 вольт там или 6 теряется на каких-то переходах, поэтому нужно для чистоты эксперимента подавать 5 вольт, а не 16 вольт. Вот после стабилизатора 5 вольт. Странно. Ну ладно. Может, на базу подать минус, это мне хочется посмотреть. Если спалит транзистор, у меня их все равно много. Смотрит, если. Вот от коллектора, где минус подан, и на базу минус подан. От коллектора на базу идет. И плюс идет через резистор, и потом идет. В общем, посмотрим, что теперь на резисторе происходит. 6 вольт. Действительно как-то по-другому работает. То есть когда на базе подано, подается 15 вольт, то когда на базе нет, не подано, подается 6 вольт. Но когда тут поступает плюс, вот тогда подается 15 вольт на базу катчера, когда его не поступает, подается 6 вольт на базу катчера. То есть если бы было, было тут вот 15 вольт, а не 5 вольт. Нужно такие же условия создать, чтобы было 5 вольт. Так. Тогда я ставлю стабилизатор напряжения. Вот как по схеме было. Минус его от минуса, вот тут идет на минус. Так, тут будет плюс входить. Там плюс выходит, тут вот. Ну, а теперь посмотрим. Уже 18 минут. И показывает, что аккумулятор полный.
Теперь на базу пока ничего не подается. Нет, на базу подается минус. Когда от вот 7.4.0.0 подается минус. Тогда смотрим теперь, сколько будет на резисторе. Вот я цепляюсь за минус стабилизатор напряжения, и у него там средняя ножка минус. Теперь на резисторе сколько? На резисторе 0 вольт. Теперь нужно на базу подать питание. Сколько тогда будет? Тут вот пока на базу минус было подано. Минус отключаю и подаю 5 вольт на базу через резистор 5 кОм. И теперь подключаю минус и смотрю напряжение на резисторе. О, 5 вольт. Действительно работает эта схема, хоть не должна. Может, вообще-то все там и правильно сделано тогда, если она работает. Но такого я не встречал, чтобы так работало. Ну, удивительно. Вот базу от резистора отключаю, который на базу шел, транзистора. И вот все ноль. Ничего не идет. Странно. Да, тут может. Действительно какой-то собирал такой уж. Не такой уж дурачок, как я думал, эта схема. Действительно работает. Как и говорил мне тот человек, что она работает. Но только все равно, что вот тут он поставил не дроссель, а перемычку, то, конечно, коротит. Тут вот стабилизатор коротится, и вся микросхема коротится. В общем, она вся... Ну и вот конденсатор коротится. Если бы тут дроссель стоял, тогда бы еще понял. Когда тут перемычку, он говорит, поставил вместо дросселя. Тогда тут все коротится. Ладно, я тут остановлю сам, а потом на неожиданном месте он остановится. Продолжу. Вот, продолжаю. Вот еще подключил опять с этим резистором, который идет от плюса на базу транзистора этого. И опять смотрим на резистор, сколько вольт. И опять 5 вольт показывает, 5,8 вольт. Тут нужно конденсатор поставить отфильтрованный, тогда будет, наверное, четко 5 вольт показывать, а то немножко плавает теперь напряжение. А между минусом и выходом, так тут какой конденсатор брать, тут какой-то весь уже покалечен. Тут уже как бы и места нет, где сувать. Нужно ножки его выправить. О, с губцами. Поставил конденсатор между плюсом и минусом выхода. И теперь замерю напряжение везде. Чтобы посмотреть, или все работает. Отлично. Так. Вот между входом плюсом и минусом 15,78 вольт. Между выходом плюсом и минусом
6,06 вольт. Так что это на 6 вольт стабилизатор. 78,06, ну да, на 6 вольт. И теперь замеряем на резисторе. Запятая 97 вольт. Все правильно. Теперь резистор выбираю, который на базу идет. И теперь 0 вольт. Еще немножко подумаем. Так, тут идет от этой микросхемы, идет через... Вообще, как странно, так транзистор может работать. А, ну да, это же... Ну, это, наверное, как на комплементарной паре похоже. От плюса, а не, ну, в комплементарной паре. Так, коллектор стоит на плюсе, а не так, там по-другому. Что первый раз я вижу такое подключение. Так, тут идет от выхода 74HC00. Идет через 2 Ома резистор. На базу он, конечно, такой ток вот это 74HC00 не может выдать, поэтому тут не 1,8 ампера. Тут даже диод на минус стоит там. А каких там 20 миллиампер, так 20 миллиампер на 2 Ом умножить. Какое там напряжение будет? 20 на... 0,02 - 20-25 миллиампер умножить на 2,2 Ома. Получается 0,05 вольт, что ли? А, это потери сам, на самом резисторе столько будет потерь. А на базу пойдет повыше напряжение. Там, может, 1 вольт пойдет где-то. Но будет на базе 1 вольт, может. Тут и еще и 1 кило на минус идет. Ну и R308 падение напряжения на нем. Сколько можно посмотреть. У меня, наверное, где-то есть уже даташит R308. А нет. Так, посмотрим. Падение напряжения на нем. Вот. R308. Тут на камере не будет видно. 3 ампера диод. Емкость 50 пикофарад. Падение напряжения 1,7 вольта. При 3 амперах ток. Это максимально. Ну, для транзистора базы хватает вообще-то где-то 0,7 вольт. Для открытия транзистора уже. Так, транзистор, значит, открывается и начинает вот этот плюс
закорачивать. Ну, тут вот конденсатор плюс идет. И коротить на минус. Ну, тут может от качера идет волна, и она идет как бы на плюс. Этот конденсатор может. Вот она через идет от качера и на базу идет, и на плюс идет. И может тогда качер выключается. Ну, не знаю, как тут работает. Если бы дроссель бы, я понял, как только он сказал, перемычка тут. Просто плюс идет на минус, и все. И... Ему не хватит сил, чтобы все это пропустить через себя. Может, когда он закрыт, тогда идет. А ну тогда куда идет? Тогда идет просто тупо на плюс. А так, когда он открывается, тогда идет как бы на минус через него. И он этот конденсатор мгновенно должен, по идее, разрядить. И микросхема выключится. Не знаю, странно все. Но может... Вот, а тут и дроссель стоит. Там же вначале будет очень большой ток. Какой этот транзистор, какой ток может пропустить? Надо посмотреть. Коллектор current peak меньше 5 миллисекунд. Я уже это где-то говорил. Шесть ампер может выдать. Он подкорачивает все питание. Это 74HC00 микросхемки. Он может очень быстро подкорачивает. Вот еще в чем косяк. Вот такая осциллограмма. Вроде бы он говорил, что от этого качера должна получиться. Вот. Видно, что 2 микросекунды деления. Уже камера показывает, что уже ползарядки. Может уже и быстро и выключить. Вот. Значит, 1 микросекунда это вот отсюда вот. До половины. В одну микросекунду сколько влазит периодов? 1, 2, 3, 4 где-то. Вот середины, от середины до конца, до клетки конца. Вот до сюда. 4 периода влазит. Значит, это 4 мегагерца.
Он говорит, что у него качер работает на 1,7 МГц, и что вот должны вот такие рыбки получиться на качере, что возле антенны вот так, вот это что снято возле антенны, такая сталограмма. Так вот, как-то странно. Он говорит, что частота там пуш-пула в 10 или в много раз там поднимается, когда как бы все правильно настраиваешь и включаешь тест качер, то есть. Вот, а теперь самих рыбок, частота вот этих вот, отсюда до сюда, сколько, две клетки где-то, чуть больше, чем две клетки, ну, две микросекунды это 500 килогерц, значит, 4 микросекунды это где-то 250 килогерц, то есть частота пуш-пула становится где-то 200 килогерц, вот так где-то вроде бы говорил, что частота 10 раз, так у него 24 кГц, так она много раз вырастает и становится вот где-то 200 кГц. Вот частоту этой рыбки. Может, когда вот такая высокая частота, тогда может как бы не успевает это вот действовать. Все это как дроссель, хотя, конечно, настолько короткий, что не может как дроссель действовать. Ну, может, как-то такими пиками очень не разряжается в 6 ампер, что может как-то, не знаю, как-то может и получается что-то. Но, допустим, если тут дроссель, тогда действительно, тогда тут так идет плюс, потом, когда перемыкается, тут тогда начинает, или может у него тоненькая эта перемычка, и там как бы 6 ампер удается на нее потери, чтобы произошли. Вот когда если тут дроссель, тут замыкается и тут идет на минус. То есть весь сигнал качера на минус и качер отключается. Вообще-то должно такая фишка пройти тогда. Либо если тут очень тонкая перемычка, тогда она как резистор будет действовать и тоже работать. Так как он в пике 6 ампер может дать, так получается, может и получится все. Качер временно выключается и получаются такие пачки. Только тут вот не то, что пачки. Какие-то рыбки. Вот. Тут как бы разгоняется и потом круглая. Тут как-то он нелинейно так. Вообще-то качер обычно так разгоняется, затухает вот, вот так. А тут он как бы кружком как-то. Странно тут вообще. Тут похоже и частота качера как-то меняется. Ладно. Я думаю, на этом надо заканчивать, потому что уже вроде бы все, что хотел сказать, сказал. И уже батарейка показывает, что уже мало осталось батарейки. Она уже может быстро выключиться. Я и так очень много написал на одной батарейке. Теперь буду подзаряжать вот этим. Или может компьютеру подключу. Посмотрю, что там позаписывал. Сколько гигабайт записалось. Но сидел все возле компьютера и телефона, теперь голова болит несколько, поэтому сниму видео, как я попробую чинить свой блок питания. Это уже снимаю другой день утром, уже на подзарядке, подзарядил уже камеру, хотя не знаю, или полностью подзарядил, но показывает, что полная батарея и аккумулятор. Вот надо вытащить блок питания.
попробую его починить. Транзистор, радиатор для транзистора. Вот мой самодельный фонарик. Этот не такой яркий. Вот это тоже самодельный. Ну, это я нашел такую штучку, где три батарейки складываются. Потом только кнопку приделал. Этот диод поставил. Вот этот поярче. Он только вот так не фиксируется у него кнопка, поэтому держать надо. Но он как бы больше энергии потребляет. Я тут заизолировал, я рассчитывал, что он тут долго очень будет держать, поэтому вот он надолго хватит. Можно все заизолировать, потом надо его переизолировать, если что, вытащить батарейки. Все равно использовал ленту изоляционную, которая у меня вот тут на стене лежит. Она уже много раз пользовалась. Видно, где-то тут почерневшая уж. Поэтому не жалко ее было заизолировать. Потратить. Ну и где, может, в конце там новые изоленты заклеил, потому что старая она бы отлипала. Вот. Это конденсатор, диодный мост, там предохранитель, вот. Он, конечно, сгорел. Тут я показывал уже. Это подстрочным резистором можно напряжение немножко регулировать. Но там не очень хорошо сделано, кривовато. Это конденсатор уже по выходу. Сколько там? 50 вольт, 2200 микрофарад. И это конденсатор по выходу, чтобы 1 микрофарад, чтобы резко импульс в него входил. Ну и там это обратная связь для оптопары. Вот три диода. Конечно, это не самое хорошее. Вот вроде бы все на 200 вольт. Вообще-то, может быть, и на 100 вольт было бы лучше, меньше падения напряжения было бы. Так, оно тут слишком большое, может быть. И вот этот, правда, проводик тоже немножко тонковатый. А тут два провода. Ну и тут слишком длинные провода как-то сделал. Тоже не очень хорошо. Тут на них тоже потери идут. Тут тогда ниже чисто. Ну, в общем, тут вот трансформатор на таких, на таком ферите круглом намотан, который на провод надевается, чтобы отфильтровать помехи. Такие три сложены, и они изолированы. Потом это как сердечник используют. Все эти трансформаторы используют, а у меня вот на таком, как бы, стержня получается. Но это для того, чтобы как бы был один все слой и проще мотать было, чтобы не ошибиться зазором. Вот первичная обмотка вот таким лаковым проводом, две жилы идут, потом идет вот на диод и вот на резистор и на конденсатор ему параллельно, то чтобы немножко пригасить выбросы. Обратный ДС, чтобы на транзистор они не так шли, но мне кажется, нужно высоковольтнее транзистор ставить. Я заметил, в таких обратоходовиках ставят 800 вольт, а у меня стоял 500 вольт, теперь думаю 600 вольт ставить. Это, наверное, тогда не понадобится тут вот. Хотя тут вроде бы этот резистор не греется, поэтому тут особо таких больших потерь нет. Вот я даже заизолировал, он вроде бы не греется. Поэтому можно побольше конденсатор поставить. И тогда он будет лучше впитывать. Впитывать импульсы, и потом разряжать их на резистор. Резистор тут зеленая
коричневое, потом оранжевое. Это 50 кило, кажется. Конденсатор какой-то от изоляции, изолировано. Не видно. А может с этой стороны. 2,2,2. Вроде бы один или сколько там киловольт. То есть 2,2 нанофарада. Но, по-моему, это мало. Нужно потом, может, 10 нанофарад поставлю, чтобы, если будет очень сильно резистор греться, тогда можно немножко меньше поставить. Ну, а если совсем не будет греться, тогда больше, потому что тут потерь на нем немного будет, значит, происходить, если он там слегка теплый будет, но зато он будет спасать транзистор, а его транзистор диод не будет греть, ну и как бы меньше шансов, что транзистор будет нагреваться и сгорит. Вот тут такая тоненьким проводом обмотка намотана. Вот, и она идет на обратную связь. Вот этот на минус идет. Он потом вот с этого минуса тут на минус идет. А второй конец вот идет на диод. Потом через резистор. 200 Ом. Потом вот на плюс идет. И вот тут тоже, вот там через 200 кОм или сколько-то резистор идет от плюса, и он для начала, чтобы стартанула микросхема. Когда заряжается до 10 вольт, тогда начинает. Не, когда до 16 вольт заряжается этот конденсатор, тогда стартанет микросхема. Она начнет качать тогда, и потом уже начнет уже заряжаться от само себя. Вот что самое первое надо сделать. Вот. Это такая платка. Ну тут в затвор где-то вот параллельно вроде бы 10 Ом идет, и 15 или 19 Ом параллельно в затвор идет. Ну где-то всего 5 Ом получается. Ну может 7 Ом. Ну тут вот этот резистор мне не очень нравится, как он тут так колебается. Вот эти тоже как-то не очень. Вот стабилитрон. Ну теперь микросхемку осталось поставить. Которую на AliExpress прислали. 10 штук, немного они там стоили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь подключаем питание 15 вольт. И подаем на плюс и минус. Так нужно смотреть. Или там он не затухнет лампочка. Если тут закоротить, так она затухнет. Или там ток большой не пойдет. Если пойдет, так что-то может перегореть. Вот. Минус тут на минус можно зацепить. Плюс вот я кратковременно первый посмотрю, ли лампочка не тухнет. Вот, касаюсь. Она не тухнет, значит, все нормально.
включаю. И теперь можно взять мультиметр и настроить на частоту. И проверить между затвором и истоком, или будет частоту показывать. Вот показывает 205 кГц, значит все работает. А я тут выпаивал сплат вот такие микросхемы. Вот все там всякие, вот все 3842, вот тоже. Я все их вставлял, что-то с ними не работает. Я думал, может тут. Вот и покажу. Так, значит, придется их выбрасывать. Они какие-то все. Или когда их выпаивал, я их перегрел. Вот тут, например, К3842. Вот я вставлю ее. Подключил, теперь с ней посмотрю. А не, почему-то теперь работает 215 кГц. Почему раньше у меня не работало? Так, значит, она рабочая. Раньше я сколько не пробовал, у меня что-то не работало. Где я там так накосячил? Значит, это рабочие. Другие тоже проверю. Когда есть одна хорошая рабочая, тогда как-то все хорошо идет, и другие легко проверяются. Ну, так. Этот кусок оловья как бы слишком намазан на ножке. Он может мешал войти. Нужно как-то его снять. Паяльник разогревать не хочет. Вот, вроде не снял. Попробую теперь ее ставить. Тут у C3842. Тут 196 кГц показывает. Тоже работает. Немножко по-другому. Ниже частота. Я уже хотел их все выбрасывать, думал, что все нерабочие. Как-то подумал, что не может, как-то странно, что все не рабочие. Так я тут. А тут вот микросхемка CS3842A. Я тоже ее проверю. Вот их полно в платах, используют их раньше очень широко, везде использовали. Да и теперь их используют даже вот в этом блоке питания, тоже такая самая стоит. Просим. Так. Ну как они так. У
C3840. А тут 43, она стартует от ниже напряжения просто. Она от 8 вольт, кажется, или от 10 вольт стартует, от 7 выключается. А вот А42 от 16 стартует, от 16 стартует, от 10 выключается. Мне нужно было 43 накупить, если они такие хорошие и в том блоке используют. Потому что для полевого транзистора хватает 7 вольт, чтобы он так уже нормально открылся, и нечего его там зазор перезагружать 16 вольтами. Поэтому вполне хватит 10 вольт, чтобы на зазор подходило. А тут если 16 вольт подается на затвор, это перебор может, поэтому у меня и хуже работает. Так, это микросхема. Тем более эти китайские транзисторы, они от ниже напряжения работают на затворе. Не поделки. И это работает. Ну вот это пусть и будет стоит. Эти все обратно туда. Но смог даже и не покупать их. Меня и так вот напаяло. Всяких вот там телевизоров там, мониторов, вот платно выпаял, там они в полно стоят. Вот, когда эта часть работает, нужно теперь проверить, или вот розетка, или, ну тут понятно, тут предохранитель нужно заменить. Потом диодный мост нужно посмотреть, или не сгорел. Больше тут ничего, вот, что диоды не сгорели, так я тут уже гарантирую, они никогда не горят у меня. Тут вот три в параллель, тем более. Так, можно на диоды настроить и посмотреть. Тут вот что-то показывает, видимо. Там заряжается конденсатор или что-то такое. Вот падение на диодах показывает 0,4039 вольт. Но они все в параллель включены, поэтому если бы один перегорел, так бы показывало бы. Они не сгорели. В общем, вот только вот это тут вот на диодном мосте могут еще диоды сгореть. Но там вроде бы все на толстые заменил, поэтому тоже не должны сгореть. Уже подходит время 22 минутам. Но первым делом я предохранитель. Нужно все равно его заменить, поэтому отматываю. Вот там потрескался он. Я еще его, вот эту стекляшку, замотал изолентой. Так как предугадал, что он может потрескаться, потом тут стекла навалится, когда вытаскиваешь, он со стеклом полно вытаскивается и разваливается, и поэтому потом намусорит меня. А я вот изолентой замотал, он теперь не намусорил. Специально я сделал, чтобы он не развалило стекло его. Вот теперь его можно сопротивление замерить, он пробит. Он даже почерневший видно. Вот, ничего не показывает. Его можно накинуть. Вот я. Тут всякие сгоревшие транзисторы, диоды выбрасываю. Вот я потом отнесу в место, где там радиодетали можно выбросить.
Я паузу нажму, это уже 20 минут, уже быстро. Сама камера выключена. Или может подождать. Пусть сама выключится. Так. Теперь нужно предохранитель поставить на каких 3 ампер. Тут у меня предохранитель. Тут на 13 ампер. Тут какой-то есть, непонятно насколько. Сейчас камера выключится. Уже не так много их осталось. Они не такие уж и дешевые. Тут 1 ампер. Может 1 ампер это 220 ватт, но при старте может сгореть. Ну и может частоту пониже, чтобы он не меньше силы тогда отдает. Тут 1,5 ампер вроде бы. Его можно поставить. Такой новенький. 23 минуты уже почему-то снимает. Раньше при 22 вырубалось. Может потому, что зависит от того, или камера много двигается. Может когда мало двигается, тогда компактнее снимает. Может больше записывать. Вот 1,5 ампер поставлю. Ну тут произолировать его тоже может надо, чтобы потом не вылетело ничего. Только контакт, вот предохранитель вставил, обизолировал. Уже 40 минут мне осталось на камере снимать. Вот иначе все заполнено уже будет. Теперь проверяю или нет короткого замыкания на, ну вот на розетке. Если есть, пробиты диоды, значит. Вот, показывает 8 мегаом. Значит, вроде бы все нормально. Если будет хоть один диод пробит, то, наверное, это должно показать. 2,6 мегаом. Там под низом диоды отматывать просто не хочется. Можно вот между плюсами и минусами еще проверить, это после диодного моста или там ничего не пробито. Вот один, вот тут на плюс, второй на минус. Я сам посмотрю. 3,1 мегаома. Ну вроде бы все нормально. А диоды вроде бы не пробиваются, чтобы они пробились, и он не коротит как бы. Ну там я поставил мощные диоды, поэтому там может не должно ничего пробиться. Там скорее не должно. Что? Порисовать диоды, чтобы посмотреть, как они там. Если пробился хоть один диод. Так. Тут входит, допустим, переменная. Тут 2 на плюс диода идут. Тут плюс. Тут
минус. Тут 2 на минус. Вот так, если, допустим, один пробит, и замеряю, вот этот пробит, и замеряю напряжение, тогда идет через него, идет, и в этот может упереться, и тогда ничего не заметится. А если обратной стороной, тогда должно заметиться падение на диоде. А если этот, допустим, пробит, тогда если тут подать плюс, тут минус, то тогда ничего не заметится. Если обратной стороной, тогда заметится падение на этом диоде. Так вот, можно посмотреть вот так еще. Вот диод одной стороной проверить. Показывает. А второй. Второй ничего не показывает. Вот этой стороной показывает. Так что ли диод пробит получается? Так, тут плюс упирается никак. Ну, странно. Такое чувство, что один диод пробит. Или больше. Надо разбирать. Раскручивать. Потому что может быть пробит. Нужно сделать, чтобы тут не нужно было так много раскручивать, снизиться. А то каждый раз нужно помучиться, чтобы добраться до этих диодов. Какую-то отдельную коробочку тут сделать, поэтому то, что тебе надо. Но если не изолировать, то тут опасно, тут может коротнуть что-то. Вот, например, с этим вот. А есть один диод тонкий, который еще не заменил. О, он, наверное, сгорел. Вот эту ленту повторно можно использовать. Вот тут один толстый диод, второй и третий. Вот один есть маленький диод. Вот он, наверное, сгорел. Может, даже он первый сгорел, а потом транзистор сгорел, кто его знает. Поэтому вот такие экономия как бы времени потом. Да нет, вроде бы не сгорел. А вот с одной стороны показывает, что сгорел. Ладно. Вот 0,003 вольт, но я показать не могу теперь. Они и с одной, и с другой показывают 0,003 вольта. Вот он, значит, и сгорел. Ноль семь ом с одной стороны,
другой на всему. Только другие диоды посмотрим. На диоды настроим. Так, ничего. А не так, 0,5 вольт, 5,38. С другой стороны. Бесконечность. Второй диод. С одной стороны бесконечность. Со второй стороны. Тоже бесконечно. 0 запятая. Как-то тут он контачит что-то. Не очень хорошо. Что-то вроде бы прижимаю, он не. 0,5-6,7 вольт. Ну и последний диод. Вольт опять. Ну, все эти большие диоды, они хорошие. Они сгорели. Вот это то есть 5408. Значит, этот придется выпаивать и заменять на другой. Вот. Можно было сразу его выпаять. Но я как бы в надежде, что может он какой-то крепкий орешек не сгорит. Там какой-то такой модный немножко. В этом диод. EN4007 вроде бы. Отключил паяльники. Буду заменять на более крепкий диод. Вот этих диодов много, так на этот и буду заменять. ER508, 5 ампер. 5 ампер это киловатт. Так как они еще работают поочередно, так там вообще они очень много могут видеть. Падение напряжения на нем проверю. Ого, 0,47 вольт. Даже лучше, чем те. Там у всех тех 0,5-7, а у этого 0,46. Он быстродействующий, поэтому он меньше греться будет, на нем меньше потерь будет происходить. И вот там сколько, 75 наносекунд или сколько-то. Ну, у него такие слишком длинные вот эти ножки, они тут такие не нужны. Нужно будет отрезать. Этот я диод выдрал из какого-то там старого. Он такой еле припаялся, очень не очень какой-то хороший. Может вот так его припаяли. В общем, тут опять я рискую, что он может отпаяться. Уже стоило бы его выпаять и тоже заменить на то. Мне как бы для интереса хочется так проверить, что будет. Может, стоило бы и выбросить, но как бы экономия тоже хорошо. Этот откусил я его. Слишком все равно слишком длинный. Второй, наверное, тоже немножко надо откусить.
Вот так его положим. Вот этот резистор, там сколько-то мегаомель, то чтобы разряжал вот этот большой конденсатор. Вот у меня в этом обратоходовике сколько микрофарад? 220 микрофарад, самое большее. В этом 100 микрофарад, в том, где 12 вольт, 68 микрофарад. Вот в этом 68. Ну это я слишком уж так круто сделал. Такой мощности нету. Зато транзистор меньше греться. Ну и повер-фактор будет хуже. Там еще стоит этот терморезистор. Он когда нагревается, его сопротивление падает, поэтому для начала у него большое сопротивление, он как бы нет броска тока большого на конденсатор, а потом, когда уже он нагревается, он уже становится, сопротивление его падает, он уже сильнее ток пропускает на него. Вот этот можно залудить как бы канифолем там отпаять всякое, чтобы он потом легко паялся. Уже паяльник разогрелся. Ну потом в дальнейшем, надеюсь, у меня диоды уже не будут гореть. Уже если будет сгорать, то только транзистор и микросхема, и будет легче чинить уже. Теперь надо еще с диодами помучиться. Для таких вещей нужно не пожалеть канифоли, потому что это 220 вольт, они такие, то есть не канифоли, а вологи, вот такого вот прикупленного. Потом это как бы ответственное дело, тут и опасные. Много от этого зависит, или хорошо запаяешь. Это как раньше у меня, я пожалел канифолию, потом меня отпаялось, и только проблем наделало мне. Работала на полпериоде, и, может быть, много погорело, я думал, чего-то горит. Хотя и даже на одном полпериоде работала. Ну тоже не надо там слишком много канифоли передавать. Ну вот, припаял. А еще придется, наверное, поменять резистор, чтобы понизить частоту. Ну вот, теперь еще разок этот диод можно проверить. Действительно ли он пробит? Три вольта, ну значит пробит. Ну и его выбрасывать немножко оловья с концов, чтобы сэкономить оловья.
выбрасывать вот в это место. Теперь нужно заменить вот этот резистор, чтобы понизить частоту. Хотя, может, и не надо менять. Но это слишком высоко. Наверное, вернусь, поставлю 10 кОм. Или, думаю, даже 5 кОм. Чем ниже частота, тем с него меньше мощность. Ну, как бы защита срабатывает, он тогда может меньше мощности отдать. Там идет как бы поток у защиты. И тогда больше ток хочет забрать на ниже частоте в импульсе. Так, нужно 10 кОм резистор. Не 10, а 5 кОм, чтобы еще понизить частоту. Или 7. Вот тут я этими резисторами подбирал. Так, тут 2 кОм. Тут нету 20 кОм. Вот, тут 5 кОм. Ну, мне кажется, 5 это уже слишком, 7 нужно каких. Посмотрю, или у меня есть какие-то такие маленькие на 7 кОм. Там тоже на 5 кОм. Вот этот на 7 вроде бы. Вот его нужно и поставить. Тогда будет частота, по-моему, где-то 100 герц, 100 килогерц. Так, замерю его сопротивление. 7,53 кОма, то, что надо. И все, камера быстрая. А, выключи. За 3 минуты. Вот этот резистор нужно выпаять, он там... Нет, он там 7 кОм и стоит, значит... 7 не подходит, значит, надо 20 кОм. Чем выше сопротивление, тем ниже частота. А нет, значит, надо 20 кОм. Ну, 20 за много, было бы каких 15 идеально. Наверное, у меня таких не будет. Ну ладно, для начала пусть будет 20. 26 это совсем уже не надо такого. Может, тогда 10 поставлю, что у меня раньше было всегда. Ну и тут, может, мне нужно подумать и выключить камеру. Чтоб найти тут какое нужно. Десять мне уже не хочется. Хочется немножко по-другому что-то сделать. Вот. Включил питание, перепаял резистор. 20 кОм поставил. Теперь частота. Вот. 82 кГц. Было 200 кГц. Теперь 82. Вот перед первым включением вот нужно через лампу. У меня тут 60 или 70 ватт. Так, в розетку. Вот, эту вот тут включается, эту в розетку и через лампу. Чтоб если что-то не то, то лампа ярко загорится и не сгорит. Но тут я теперь мало уже осталось для съемки, поэтому я выключу, вставлю транзистор, чтобы уже довести до конца дело и показать, как это работает. Вот, прицепил транзистор на такой радиатор, прикрутил, потом еще проверил, или все на нем хорошо. 81,8 кГц. Все нормально работает. Теперь буду через лампу проверять, или все нормально запустится. Вот, подключил лампу. Сперва, пока конденсатор зарядится, она вспыхнет ярко, потом должна погаснуть. Вот, все нормально.
работает. А не. Так. Что-то не то. Вот этот светодиодик должен загореться. А вон. Очень. После некоторого времени включается этот блок питания, потому что вот этот резистор, вот этот с обратной стороны, он слишком много имеет сопротивления. Поэтому пока для старта зарядится вот это питание, и пока надо 16 вольт поднимется, вот нужно так немало времени подождать, поэтому у вас сперва сразу не включился блок питания после некоторого времени. Вот включаю. Он теперь только включился. И на выходе должно быть где-то между 28 и 24 вольтами, независимо, где этот регулятор стоит. Вот на холостом ходу лампа не горит, он ничего не потребляет. Почти. Так вот между плюсами и минусами. Вот 23-20. Вот 21 допускается, потом опять за 26 он поднимается. Но он как бы немножко только в импульсном режиме работает без никакой нагрузки. Видимо, тут нужно какой-то резистор поставить, хоть маленькую неверную нагрузку, чтобы дать. Но обычно так и делают вроде бы. Но я тут не буду ставить. У меня и так вроде бы хорошо работает. И теперь какую тут нагрузку побольше. 25 вольт. У меня тут ничего такого нет, чтобы такую помощнее нагрузку подключить. Вот есть лампа, но то надо 12 вольт. Можно на 60 ватт ламп подключить, но это мизер будет потреблять. Она, наверное, не загорится даже. Она даже не горит. В общем, потом его включу, пока нет на чем проверить его в нормальном деле. Можно короткого замыкания проверить, но не хочется. Можно на 12 вольт лампу, он все равно не вытянет, потому должно ничего не случиться. Потому что это через лампу питается. Ну только так неудобно проверять. Ладно, тут очень много. Все менять. Я хотел показать, что если тут начнем нагрузку подавать, эта лампа начнет так загораться. То загораться, то мигать начнет. Вот эту, может, лампу попробую. Выключается. Не знаю, что-то. Может, слишком
как от короткого замыкания срабатывает. Слишком мощная нагрузка, может. Слишком я поднял высоко, низко частоту, он теперь может каких 3 ампера может только выдать. А то 12 ватт лампа, ее сопротивление больше, чем 24 вольт было. 60-55 ватт. Он в защиту уходит. О. Как будто короткое замыкание. А если без лампы, тогда может вот эта лампа перегореть. Хотя, наверное, тоже в защиту идет, потому что теперь у него мощность упала, когда я частоту понизил. У него, наверное, теперь где-то 3 ампера он может выдать. Если он будет 3 ампера выдавать, может потом вставлю опять 10 кОм, чтобы он больше мог выдать. Вот я еще подключаю на затвор осциллографию, чтобы посмотреть крутость фронтов. Думал, вдруг может микросхемка как-то сгоревшая наполовину, и она как-то там... Фронты у нее не крутые, но вроде бы вот все нормально. Теперь, когда нет обратной связи, скважинность максимально вот где-то 94-96%. Вот какие фронты крутые. Задний фронт закрытие, вот одна клетка 0,5 микросекунд, тут одна микросекунда, достаточно крутой фронт закрытие на затворе. Но он никогда не будет столько времени при такой частоте низкой открыт и потом закрыт, потому что вырастет ток, и потом вот эти резисторы, как датчик тока, покажут, что слишком большой ток, и они начнут тогда уменьшать скважинность. А вот на высокой частоте она не дойдет до такого большого тока, и поэтому на высокой частоте можно больше мощности снять. Она высокая, у меня, если на 200 кГц, может сгореть. Слишком большие токи могут доходить, когда, если что-то близко очень к резонансу пойдешь, например. Вот это можно ввести резонанс, что тут ток может где-то, например, до 8 ампер выразить. Так может тогда и этот транзистор сгореть, и там транзистор сгореть. Либо этот, либо тот. Лучше не рисковать. Сделать, чтобы где-то до 5 ампер держало 25 вольт, а потом уже начинал бы напряжение уменьшаться, и соответственно и ток будет уменьшаться. Ну, ток будет 5 ампер, но даже если ток 5 ампер, все равно уже выбросы будут не такие большие, и вот тот транзистор не сгорит, и этот будет меньше потреблять. Вот теперь работа его в реальном действии. Вот включаю. Вот работает у меня трансформатор Тесла. Вот. Потребляет всю эту систему 2,5 ампера. И вот напряжение на выходе. Двадцать 6,25 вольт.
Вот. Что-то завоняло. Посмотри. Тут вроде бы ничего не воняет. Так, транзистор холодный. Резистор тоже холодный, который обратную ДС ловит и на себя закрачивает. Вроде бы тут ничего как бы не дало. Диоды холодные. Трансформатор тоже холодный. Что там? Может, мне показалось. Может, тут где-то что-то звонило. А этот транзистор горячий. Вот он, может, и завонял. У меня он на комплементарной паре работает. Стабилизатор 8 вольт. Тут частота высокая, где-то 2 МГц, может выше. Поэтому он перегрелся. И тут этот ERF640 подделка стоит. Вот вроде бы и немного потребляет. Вот охлаждение нужно, но радиатор не очень у него большой. Но нужно еще охлаждение сделать. Вон пока лампочка загорится, когда включится светодиодик. Он загорелся, можно включать. Но для первого старта ему сил не хватает, он с 102 раза включается. Потому что эти конденсаторы пока заряжутся. Вот. Работает. Теперь частоту посмотреть. Два 2,3 МГц. Вот я подкручу там до 5 А, может дойти при резонансе. Частоту. Уже тут нехорошо это регулирует. Вот уже нет еще на сколько ампер дотянет, посмотрим. Что-то уже тут как бы воняет. Что там, может, какой-то транзистор или что перегревается. Нет, вроде бы много не хочет потреблять. Меня помню на том 24-вольтовом блоке питания, там вроде бы могло много заходить. Или я побоялся дальше крутить, подумал, она очень высоко может подняться ток. Или тут может фильтрация лучше работает как-то. Так, выключу стабилизатор напряжения холодный. Эти комплементарные пары транзисторы тоже не горячие. Вроде бы. Вот радиатор только горячий. Все другие компоненты вроде бы холодные. Так, пуш-пул у меня отключен. Ну и нормально. А, посмотрю, пуш-пул включу. Теперь отключу трансформатор Тесла и включу пуш-пул.
что он или запустит пушку у меня. Вот. 4 ампера почти потребляет. Вот, значит, может уже 4 ампера выдать. Но если и этот, и этот, то, наверное, уже не потянет обеих. Если только снизить для пуш-пула скважность, тогда может потянет. Ну и нужно, вот, можно посмотреть или транзистор, насколько греется. Но чувствую, что камера уже больше, уже быстро выключится, что может и не дать, не смогу посмотреть на камере, показать. Вот. Ну, можно, ну, вот так пока выключить, посмотреть, вот сколько тут проработало. Только нужно быстро делать. Либо сразу выключу этот с розетки, побегу радиатор смотреть на ощупь, или он горячий. Вот 4 ампера около потребляет. Ну, еле теплые диоды, тоже еле теплые. Так, резистор, который обратную АДС ловит, тоже не чувствуется холодной, но комнатной температуры. Трансформатор тоже такой чуть теплый может быть. Все нормально, нужно его вот так этой крышкой может прикрыть. Осторожно этого транзистора не касаться, потому что у него коллектор под напряжение, то есть сток под напряжение. Вот 4 ампера, это может быть то, что мне надо. А да, нужно посмотреть еще при не только амперы, но и напряжение при 4 амперах какое. А крышку лучше снять, чтобы там охлаждалось. Включаю опять и посмотрим напряжение при 4 амперах какое. А тут провода слишком тоненькие, поэтому я буду перед проводами мерить, а то на них потеря тоже идет. Вот 26,1 вольт. Поменяю полярность, чтобы убедиться, что наводок нет. 26,1, все нормально. 26,1 умножить на 3,9. Смотрим, сколько это ватт. Один ватт, ну, то что доктор прописал, то что надо. Ну, включу заодно и трансформатор Тесла, но мне кажется, он в защиту пойдет. А не пошел, он просто снизил напряжение входное. Вот показывает 6 ампер там где-то, ну и 5,5 ампера показывает напряжение. Вентилятор упал. Так, напряжение 23,55 вольт. Но транзистор начинает греться, может немножко начинать что-то меняться. Сколько там, 23,5 вольт? Говорил, ну пусть греется. 23,5 умножить на 5,5 ампер. Сколько это ватт? 129 ватт. Ну все нормально. При такой частоте мне то, что надо. Теперь еще посмотреть, или не нагрелся. Ну, как видно, от этих Тесла никакой пользы нет. Ничто облучаю, что нет.
Ну теперь посмотреть надо, или нагрелись транзисторы. На таком токе лучше один раз немножко, ну немножко теплый. Диоды тоже немножко теплые, а резистор, который, он не чувствуется, чтобы с ним там что-то происходило. Ну и трансформатор, ну, слегка теплый. Вот этот еще резистор, холодный диод. Тут все вроде бы холодно. Ладно, пока выключу. Тут тоже, конечно, будет холодно. Может немножко и теплый, но это может от транзистора этой ножки нагрелся. Ну и трудно сказать, или он теплый, или нет. Не чувствуется, что что-то очень сильно нагрелось. Тут эти изоленты обмотаны для безопасности, чтобы тут что-то не коротнуло. Тут стоило бы все на одну платку переделать. А диоды тут неудобно переделать. Ну тут как бы я сперва изначально на этой платке маленький сделал, и мне места не хватило, поэтому уже все дальше доделывать. А переделывать уже не хочется.